think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, есть первые новости про обнову. Она будет завтра. Будет обновление 1.8.2 на Тайване, то есть на этом вот сервере. Завтра обновится сервак. И я не знаю, сейчас пройдемся по всем пунктам, детально поговорим. Будет один герой все-таки новый, а не два, а один, как и говорили. Хотя на картинке похоже на два. Скорее всего, это будет облик. Кто его знает, может и так. В общем, поехали по пунктам. Так, первое, новый герой. Что он будет делать? Навык его, базовая атака случайным образом 10 вражеским целям, не знаю, то ли 10, то ли ограниченное количество, вычитает очков энергии и тюремное заключение. То есть, скорее всего, он будет забирать энергию и накидывать какую-то молчанку. Не может быть получено во время тюремного заключения. То есть, эффекты исцеления и получи энергии действительны для базовых атак и энергии, получаемой при атаке. Скорее всего, если я правильно понимаю, в то же время рассеивает все нормальные статы союзных героев и увеличивает образ критического удара и дружественных героев на X секунд. Перезарядка. Герой наносит базовую атаку всем вражеским юникам вокруг него каждые секунды. Когда значение здоровья меньше, предел урона равен восприимчивости к эффектам оглушения, молчания, быстро энергия восстановления. В общем, что мы имеем? Не знаю, он донатный или не донатный. Скорее всего, бездонатный герой. Первое, быстрая энергия у него будет, то есть быстрый набор, как и большинство последних героев, когда у него определенное количество процентов жизни, он будет невосприимчив к оглушению молчания, то есть у него будет срабатывать иммунитет, то есть не сразу, не знаю, таким вот образом написано. Он будет снимать негативные эффекты. В принципе, круто. Забирать энергию вражественных героев, блокировать, насколько я понял, увеличивать крит-удар дружественных героев. То есть, не увеличивать крит-удар, не крит-урон, а крит-удар, то есть шанс крита. Ну, блин, не знаю. То есть, такое спорное. Вопрос в том, это будет автопрокер или нет, дальник или нет, но умение такое интересное. Для PvP локаций, в принципе, я думаю, очень даже интересно будет посмотреть на него. Ну, завтра будет, завтра будем смотреть. Но это не самое главное. Новая чарка у нас будет. Стрельба по воздуху, либо стрельба, не знаю. Во время боя наносит урон базовой атаки окружающим летающим вражеским героям, блокирует их на некоторое определенное количество секунд, увеличивает окружающих союзных героев. Усиливает окружающих союзных героев на X процентов. Сила атаки, скорости в течение перезарядков. В общем, чарка, которая, по сути, будет интересно очень. Чарка, которая будет с кулдауном наносить летающим героям урон и одновременно увеличивать силу атаки, скорость атаки героям вокруг. Ну, блин, интересная тема, что в итоге получится у нас. Даже не знаю, но пока с Тайваня корявый перевод, как обычно это все на практике. Будем тестировать, ну, опять же, атакующий вариант новой чары. Так, дальше что у меня перевело? Супер питомец, ну, обезьяна, либо мутант обезьяна, золотое кольцо обруч, вот так вот. Когда герой атакует, он вызывает базовую атаку питомца любого вражеского героя, наносит урон и снижает вероятность уклонения. То есть будет, по сути, дебафер с дамагом.
уменьшает вероятность уклонения всех ближайших вражеских героев, пока существует боевая обезьяна. То есть, по сути, ПВПшный герой с офигенным дебафом. Ну, опять же, куда это? Очень крутой будет питомец на ПВП-локации, судя по всему, и против героев за пределы, так как там реально есть много героев, по которым даже с хорошей точностью ты миссаешь. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, пока так вот форум переводит. В прошлый раз тоже у нас был перевод, и в итоге, как оказалось, совсем все наоборот, очень много неточностей. Такс, ну, а теперь самый сок. Новый скин — это такой максимальный уровень судьбы, плюс один герой. Но увеличен максимальный уровень судьбы, не так прочитал, извиняюсь, до 100-го. Соответственно, о чем это говорит? Если у нас был уровень 80-й, это потолок, то есть это 14-й скилл, да, вот мы можем заходить сюда, там, допустим, качать. Это был максимум потолок 14-й, то теперь на сегодня максимальный потолок — это у нас будет 100-й, соответственно, нужны будут, скорее всего, новые камни и фиолетовые камни, плюс вот 80-й, а теперь будет у нас 100-й, то есть будет доступен 15-й скилл. Ну, про скиллы 15-й я уже говорил, возможно, запишу отдельный видос завтра, расскажу, покажу, что и как. Ну, это вас стоило ожидать, то есть это реально должно было быть, поэтому от этого никуда не денешься. Хорошо, хоть не прорыв. Оптимизация атрибутов босса в мире. То есть мировой кризис, скорее всего, будет что-то интересное. Возможно, снимут ограничения. Не знаю, посмотрим. То есть тоже довольно-таки интересная тема будет насчет архи. Посмотрим. Добавлен контент PvE, то есть фарм. Новый уровень элита, командная защита. Это то, о чем я говорил. Будет, скорее всего, добавлен новый левел для Адского моря, третий левел, и новый левел для разлома. То есть для Одинокого моря и разлома. Ну, в принципе, тоже стоило этого ожидать. Посмотрим, что это будет. Тоже интересно, но я, честно говоря, уже давным-давно это не фармлю. Мне оно не интересно. Возможно, там будет новый герой. Тоже, в принципе, интересный вариант. Так, дальше. Дальше. Улучшение хитов тотема героя. Ну, вот это вот интересно, что это будет улучшено. Возможно, будет улучшен тотем выше на 10-й левел. Не знаю, оптимизация функции чата неинтересна, регулировка наград за активность, регулировка наград за карусель любви, то есть за колесо, скорее всего. Максимальное количество плюс один герой. Что можем в итоге сказать? Нигде не сказано про регулировку багов, которые есть, существует их дофига. Добавлено, опять же, две локации у нас, ну, относительно две новых локации, то есть это третий левел, добавлен питомец, добавлена чара, да, не два питомца, да, не кучу талантов, да, не кучу чар, добавлен 15-й скилл, ну, в принципе, к этому были готовы, к этому все шло, но нифига у нас не сделали по поводу, не сказано, по крайней мере, по поводу барда, по поводу регулировки какой-то, то есть они, походу, опять упускают самые основные проблемы, нету изменений на атаке фортов, атака фортов, ну, я не знаю, может, оно и будет реализовано, все, просто они этого не написали. Кто его знает, но в прошлый раз так и было. Было написано одно, а в итоге на деле оказалось вообще дофига всего, и мы открыли кучу багов для себя. Донатный герой или нет, скорее всего, возможно, и бездонатный герой. Кто его знает, а может, просто один донатный, ну, уже хотя бы, по крайней мере, не два, в чем-то плюс. Ну, остальное, честно скажу, блин, не знаю. Вот, не особо радует обнова, если они нифига сделали с не сделали с багами. То есть 15-е скиллы, опять же, для донатов. Новый герой. Такое.
Супер питомец, опять же, для донатов, улучшение моря и все остальное. Честно скажу, даже не знаю, что с этим будем делать. Ну, в общем, ждем завтра обновления на Тайване. Ну, как обычно, ждите интересные видосики. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.